Привет, друзья! У нас более отчаяния, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем превозмогать племенем на сложности Кара Пекла. Это игра RimWorld, глобальный модпак Hardcore SK. Итак, в общем, посмотрел я тут насчет кровати этих, что в прошлой серии сказал. Не знаю, мне что-то показалось, что отдельные гостевые кровати были, но обычная кровать для гостей назначается, так что я вот здесь три сделал. Здесь у меня будет гостевая комната. Сейчас ее построю. Не знаю, посмотрим, что из этого получится. Я говорю, я с этими гостями особо никогда не заморачивался. Ну, в принципе, пускай ходят, раз просите. Так, выплывет стальные... Да, слитки кончились. Слитки сделались, точнее. Руды. Надо еще, наверное, назначить. Как-то так вот. Уголь 5... Ну да, нормально будет, 5 штук. Так, и тут у меня термос сейчас, в принципе, сделает крышу. И все вот это построит, вот эти кровати. Единственное, что у меня, конечно, компонентов мало. Но компоненты я назначил сделать еще 3 штуки. Может, даже еще один назначить. Что пускай клепают. И все-таки надо... Хотя да, сейчас они достроят здесь на пару тут вдвоем. Два брата-акробата. И надо будет что-то придумывать с расширением базы, потому что сейчас, ну, такое вообще. Никак просто, я бы сказал. Тут, кстати, у меня... Так, телогрейка из барана. Вот эта вот штука. Я думаю, что это можно все поразбирать. Это открыть. Такс. Это тоже разобрать. Это разобрать. Это и вот это. Термосом. Так, где у нас тут железный ашан? Железная арни. Исследования у меня идут вообще тут полным ходом. Я вот не знаю, уходить ли мне куда-то в сторону или прямиком в геологию идти. Наверное, все же прямиком в геологию пойду, потому что как-то это... Ну, не знаю. Хочу я добычу нормальную, железо сделать. Бесконечную. Потому что вот текущее вот это состояние, ну, оно ужасно просто. Вот серьезно, кто бы что ни говорил, оно ужасно. Что ни ресурсов, нифига нету. То, что там колония подорожает, ну, тоже как бы пофиг мне на это. В принципе. Так, я ему сейчас вот так вот сделаю. Эту я еще не назначил, да? Сейчас он поразбирает, я потом это все к переноске назначу. В принципе, термос все это унесет. Я так полагаю, скоро к нам может рейд прийти, потому что давно рейдов не было. Так, разобрать. А эту надо открыть. А, ну он, в принципе, так и назначен. Давай, разбирай, дружочек. Стоять. Ой, господи, как лагает вот эта вот тема. Да, тут у нас дохлый товарищ оказался. Комбинезон криптосна. Но тут фруктовый йогурт. Тут какая-то тема, конечно, есть такая. Давай, переноси. Так, и это надо все к переноске сделать. Срочный перенос. Я причем даже, наверное... Вот. И я причем даже, наверное, сейчас, в принципе... А что-то ты как-то мало с собой взял-то, дружочек. Ну, сейчас я руками заставлю его перетащить. А, ну он пошел доделывать. Внезапно, да? А, ну хотя вот, все, он понес. У нас сейчас стальные слитки будут запасные. Так, с обломок спасательной капсулы. Ее тоже можно разобрать. Вдруг там что полезное окажется. А, он решил электронные компоненты. Блин, животные-людоеды. Еда пришла, это называется. Рыси забрела на мою территорию. Да, рысей тут приличное количество. Но сейчас с термосом тогда придется их катить немножко. Чуть-чуть буквально. Дверь вот эту надо закрыть, чтобы они не ходили. В принципе, я их издалека подстреливаю. Там, это вполне такое... Ну, это игнор. Ускоряемся. Давай-ка ты, дружочек, закроешь немножко тут дверцу. Надо этих рысей принять. Еда сама идет ко мне в зубы. Непонятно, куда они бегут. Блин. И вот меня не радует только то, что... Термос это, конечно, у меня и покусают слегка.
Но, с другой стороны, как бы пофиг. Стеклопластик. Окей. Так, ну чё, котики? Можно, конечно, было в Сима встать. Но в Сима... Опять же, фиг знает. Патронов жалко. Так, это у нас что? И это у нас... Карабин. Да, пулеметом я не хочу в них стрелять, в этих котиков. Ну его нафиг. В общем, ждем, пока придут. Котики. Да, котики уже бегут. Ой, не знаю. Давай посмотрим, что в итоге выйдет. Ну, кошки вообще на раз отстреливаются. Ну да, прицельно, в принципе, я их перестреляю. Скорее устану переносить их. Ну, не всегда, конечно. Так, можно на скидку поставить. Блин, зачем ты их рукопашную бьешь? Ну да, они им вообще ничего сделать не могут. Капец, блин. Да. Вот вам и термос. Лишь бы, короче, шмотки не съели у него. Давай, добивай. Интереснейший геймплей. Но, блин. Я думаю, куда мне сейчас все это убирать. Надо, наверное, заказать, знаете что? Надо, наверное, заказать палету. Под мясо. Так, аксессуары. Стальной сплав. Вот, палету я поставлю сюда. На нее буду складывать мясо. А это все надо разделать. Давай-ка это к срочной переноске. Так, горшок. Кукмайнер, ты у нас разделывай, значит, на месте разделки. Вот эту всю хрень. А этих надо доубивать тут. Так, железный ашан у нас тут справляется на ура с кошками. Кошки вообще ни о чемные, как оказалось. Все, что ли? Кончились? Здесь кошек нету, да? Да, всех перебил. Вообще изи. Просто абсолютно никаких проблем. Так, котики к срочной переноске. И ты, дружочек, давай. Подобрать и перенести. Сейчас надо проконтролировать, то, что он все это унесет. И вообще надо, наверное, сделать следующим образом. Временно поставить вот так вот, чтобы все унесли кошек. А то иначе я тут неделю все это буду таскать. Да, начали носить, билдер. Давай-ка. Давайте-ка, товарищи, все вы будете таскать. Да, ну тут кто-то назначен к тому, чтобы не переносить. Но это такое, тоже фигня. Так, это надо отменить. Это надо отменить. Вот это мне все надо. Это мне тут тоже не нужно. Это я унесу. Ну, замечательно. Халявная еда пришла. Да, котики разделываются. Телячья кожа. Так, а из них какая? Шкура лисы. Шкура кошачьих с них получается. Замечательно. Вообще просто великолепно. Так, железный терминатор. Будь добр. Давай-ка ты сначала переноской, да? Да, занимаешься. Приходится, к сожалению, вручную вот это выставлять. Ну, блин, что поделать. Да, мяса тут. Первосортное мясо с них получается. Надо сейчас по-любому палету ставить. Железный ашан. Ладно, это ребятки сами тут дотаскают. Мне надо сейчас палету сделать. Что иначе это геморрой без палет. Куча мяса, которая сейчас будет... Но она пока что, конечно, на холоде лежит. Но палета все равно нужна. Под первосортное мясо-то по-любому. К бабке не ходи, называется. А я что-то думал, с них обычно идет, с этих кошек. Окей, тогда выставляем здесь первосортное. Так, не то.
Так, и ты, дружочек, давай-ка. Доносишь все-таки. Ты вообще... Слушай, ты мой йогурт. Так, уродец. Совсем оборзели уже, блин. Я, значит, этих придурков тут убиваю. Убиваю, отстреливаюсь, обороняюсь. А приходят эти твари и начинают меня жрать. Не, так не пойдет. Я на это не подписался. Пауков, в принципе, можно доубивать, тут было бы. Так, железный Ашан, ты где? Железный Ашан. Ед потом унесешь, ед потом унесешь. Давай-ка ты остатки. А, ну тут, в принципе, котики только остались. Давай, тащи. И вот это все. Вот это все к срочной переноске. Тоже унесут. Замечательно. Это вообще просто изи халява пришла. Так, здесь еще котик у нас. Тоже надо унести. Тоже, причем надо с железным Ашаном-терминатором. Все, я так полагаю, мы всех кошек унесли отсюда. У нас сейчас будет дофига шерсть. Ой, не шерсть, а кожи кошачьих. И дофига мяса. Замечательно. 255, а текстурка сверху еды лежит. Жареное мясо отсюда надо убрать. Надо бы, конечно, еще одну палету поставить. Но чуть попозже. Сейчас надо доделать кровати. Так, назначаем для гостей. Назначаем для гостей. Железный терминатор Ашан, давай, доделывай. И это для гостей. Все, пускай приходит, сколько влезет. Пускай приходит, сколько влезет. Так, и киллбокс бы я хотел все же, наверное, переделать. Потому что в данный момент меня вот эта вот кишка что-то перестала устраивать. Вполне себе так. Но, наверное, это после того будет, как я здесь территорию хапну. Потому что территории хапнуть — это важно. Иначе я не могу расширяться дальше. А меня-то совершенно не устраивает. Это крайне плохо. Я смотрю, здесь куча всякого исследовалось. Стеклоделие, всякие хрень, горное дело. Кстати, да, чуть-чуть осталось до геологии. Я думаю, мы сейчас очень быстро туда выйдем. Можно было бы поставить еще один стол и просто зарашить термосом. Терминатор оставишь за исследование. У него же тоже скилл большой. Но, не знаю. И я бы, наверное, хотел бы сжечь немножко трупов. Потому что могилы, вот эти, нужно их повыкапывать. Они уже мешают здесь совершенно. 20 из 20. Заодно будут материалы, а то у меня сейчас люди просто начинают фигней страдать. Крафт вон выкапывает камни. Это совершенно ни к чему, так что давай разбираем. Железный ашанатор. Разбирать. Далее нужно приказать снять покрытие. Вот отсюда. Вот это все нужно поснимать. И стена из гранита. Ха, она еще и не моя. Давай захватим. Стена из гранита. Сколько у меня вообще гранита? Блоки сланца. О, гранита дофига. Окей. Делаем из гранита двойную стену. Так, а ты куда идешь? Кокетливый Ашан. Ах, тут еще не разобрано. Вот оно что. Замечательно. Давай только ты сразу перенесешь это все куда-нибудь туда вот. Так, а этих ребят нужно всех сжечь. Я вот не знаю... А, ну они, в принципе, в радиус попадают. Такс. Лайта, шмайта. Крафт, ты куда идешь? А, несет мясо. Давай-ка ты идешь, труп пожигаешь. Да, они, конечно, могут психануть сейчас. Но я не хочу делать костер, чтобы терминатором сжигать. Просто лениво. Вот серьезно. Такс, здесь у нас обычные ботинки, кухонные варежки. Рабочие кожаные перчатки, это хорошо. И я до сих пор не доделал одежду. А это мне важно сейчас. Доделать одежду. Поэтому назначаем, опять же, даже можно две рубашки и двое брюк. Кожа шилозуба. Этого, к сожалению, очень мало осталось. Ладно, пускай из телячьей он этой кожи делают. В принципе, тут шкуры кошачьих тоже тут можно из нее было бы делать. Их сейчас дофига. Козья вот еще. Может быть, конечно, из этого кровати надо было бы делать. Да похрен. Лишнее там 5% роли не сыграют. Да и рандом он такой, что если я кровать делаю, она может и троечку прокнуть, а может вообще на единицу или даже минус один.
Плюс сейчас вот этот шмот весь поразбираем. Возможно, даже там будут какие-то компонентики вот сюда вот. Синтетические волокна. Не знаю, где их брать будем. Где-то их надо взять, это однозначно. Так, дружочки, у нас тут все это разобрали. Можно тогда к срочной переноске это все уносить. А двери надо открыть. Так, замечательно. Тут что у нас? Серебряный сплав. Снаружи минус 2. Можно тогда... Так, кукмайнера. Он носит кухлянку. Причем очень-очень плохую. Сейчас довольно тепло стало, так что можно ее снять. И вот эти блоки отсюда я бы, конечно, ликвидировал бы. Блин, слушайте, может, я зря убрал склад этот. Не, на склад просто уменьшить, вот так вот сделать. Потому что вдруг еще камни какие-то перегонять. Вообще бы это надо все отсюда унести. Было бы, по уму-то. Так, вы что делаете? А, ну, труп разделывайте. Окай. Трупы они сожгут дальше, я надеюсь. Лайт, а ты можешь ведь сжигать? Да, наверное, не можешь. Куда ты? Зачем ты это несешь? Зачем? Блин, ужас какой. Шило на мыло какое-то получается. Переносят трупы, хоронить-то совершенно не надо. Так, крафт у меня кушает. Иди-ка вот так вот сделай. Ладно, ты уж уноси. Начал так. Да, вот трупы, конечно, тут... Ладно, сейчас, я надеюсь, он как можно скорее их всех поджигает. Столько, конечно, носить это такое. Чё? Космической радиации? Блин. Это не есть хорошо. Ладно, тогда массово строим крышу, чтобы радиация нам на голову тут не попадала. Такс, и сюда. Тут, конечно, будут они частично выходить на улицу, но это фигня. Так, билдер, давай-ка ты крышей займешься. Трупы надо сжигать поскорее. Ну, а сейчас надо проследить, чтобы билдер похоронами этими дурацкими не занимался. Вообще нужно сделать следующим образом. Нужно вот эти все могилы разобрать. Разобрать. И это разобрать. Причем сделать это... железным ашаном. И он же отсюда будет трупы таскать. Вот сюда вот. А здесь чуваки будут их перегонять. Сжигать. И тут же можно, кстати, область крыши. Потому что термосу пофиг на эту радиацию. Может быть, как-то так сделать. Вот. Единственное, что я не уверен, надо ли здесь блок. На всякий случай можно вот так поставить. Так, железный ашан, давай, работай. И сразу же тогда зоны уменьшаем домашнюю, чтобы ребятушки наши просто наружу сюда не выходили и не страдали от радиации. Это тоже убираем, и это убираем, и это убираем. Все замечательно. Замечательно. Ход фикс небольшой. Отвечаем симметрично на вызовы. Давай, достраивай. Сейчас будет крыша. И, в принципе, трупы портиться не будут. У нас готово горное дело. Замечательно. Телячья кожа и рубашка. О! Что-то у нас тут за разговор. Ладно, сами наденут. Сами напялят. Да, трупов мы сейчас переработаем. Это однозначно. Вообще, можно было бы, конечно, и здесь поджигать термосом. Но... нафиг. Так, крышу потом доделаешь. Да, разбирай. Здесь тоже разбирай. Да, трупешников сейчас тут будет. Капец вообще. Ужас какой. Да, крафт, наверное, сейчас психанет у нас. Надо его отправить спать. Медкрафт занимается производством шмоток. А господина что делает? А господина перерабатывает. Ну, пускай перерабатывает. Ништяк, сейчас будет очень много ткани, и можно дополнительно будет понаделать вещей. Они сами оденут рубахи и штаны. Так что медкрафт пускай занимается швейным делом. Броня, утепленная рубашка. Все, хрень, блейзеры, трупы,
Замечательно. Железный Ашан у нас куда-то... А, контрупаков прямо сюда и носит. Ну все, нормально. Да, конечно, люди могут психануть некоторые, но это такое. Могут психануть, а могут и нет. Первосортное мясо. Зачем ты здесь лежишь? Давай-ка мы тебя срочно перенесем. Вот это тоже надо все срочно перенести. О, молодцы какие. Пацаны вообще ребята. Железная... А, железная Ашан. Мясо сюда несет, в горшок. Как бы оно тут не стухло в горшке. А то ведь оно может. Сейчас на улице скоро тепло начнется. Мясо может начать тухнуть. К сожалению. Так, почему вот это мясо не перенесли? Точнее, почему перенесли туда? Что за странное дело? Лайта копает. Так, мне нужен крафтер. Обратно. А, крафтер у нас метанием занимается. Блин, все равно ведь выкладывают. Я не знаю, ну как так? Давай уже это, отдыхай быстрее. Все, ждать некуда. Иди жги. Ждать абсолютно некуда, потому что куда вот? Здесь, ну, господина и медкрафт, да, ну, такое. Оба спать ушли, главное. Начали делать и не доделали. Надо, наверное, кого-то одного постоянного назначить, например, господина, потому что господина у нас ремесло 15. Но я медкрафтом доделаю. Можно даже вот так назначить. И назначу только господину сюда. Пускай она шьет. Все, замечательно. И детали. Господина. Так, господина. Да? И это тоже господина. И обычные ботинки тоже пускай господина делает. Все, она будет клепать. В принципе. Да и кожаные перчатки тоже может господина делать. Пускай все он делает. Господин Анастасия, ну... Да. Так, брюки. Ля-ля, 3 рубля. А, он сразу же напялил их на себя, да? Неуязвимость. Ну, замечательно. Господин, а что у тебя? Иди обедай и шей шмотки. Мне нужны вещи. Это вся броня, сранник и все прочее. Это надо все, конечно, поразбирать. Все, господина пошел делать рубашку. Так, а крафтер у меня... Я смотрю, что крафтер у меня никак тут трупы не дожигает. А, ну вот, начал уже сжигать. Замечательно. Основа электроники. Отлично, просто великолепно. Так, основа электроники. Все, у нас геология уже прямым ходом. Я смогу копать материалы. Можно будет базу уже как-то по-человечески обустраивать. Базу обустраивать. Да, технологии вообще очень-очень быстро стали развиваться. Это просто очень круто. И вот здесь, учитывая то, что сейчас мне придется вот тут делать производственную зону, тут добыча ресурсов будет, вот эти две комнаты нужно отсюда перенести, чтобы здесь большая такая мастерская была. И кухню бы я тоже все перенес вот сюда куда-то. Поэтому. Так, блоков у меня тут уже достаточно много накопилось. Блоки песчаника. Известняка. Ну вот, из песчаника можно было бы, наверное, тут сделать стенку. Так, а гранита? Гранита очень мало, к сожалению. Сланца. Ну, давайте из песчаника сделаем тогда. Блоки песчаника. Так, как-то так. Сейчас надо тут примерно, конечно, тут прикинуть очертания. Ну, я думаю... Вот до сюда нам, наверное, хватит. Так. А вот это все нужно поубирать терраформированием. Так, здесь будет выход. И где-то здесь тоже будет выход. А это пускай термос тут делает. Так, далее. Далее. Что-то я на терраформирование так и не посмотрел. Сбор ресурсов. Скалистая грязь из заболоченного места. Так-с. Стопэ, давай-ка это вот так вот сделаем. А, ну тут просто еще не оттаяло. А оттает, тогда, в принципе, можно будет достать. Тут ничего страшного в этом нет.
здесь удалить. И... ну, пускай как-то так будет. Хотя, чтобы стена нормально получилась, нужно даже вот, вот здесь сделать. Это можно тогда отменить. Но тут лишняя стенка. Ладно, на эту стенку похрен. Пускай так будет. Геноцид животных. Окей. Кстати, если поблизости есть животные... но я надеюсь, пауки тоже сдохнут, потому что они нафиг мне тут не нужны. Так, если поблизости есть животные, можно будет их трупаки тогда унести. Тут где-то 2 мегатерия было. Но мне за ними что-то ходить, конечно, лениво. Но я схожу, потому что дофига мяса. Схожу термосом. Так, кстати, тут спят. Да, животных сейчас дофига получится. Но у меня вообще по мясу будет большой запас. Замечательно. Мегатерий уже здесь. Давай, железный ашан. Переноси товарища. А где второй мегатерий? Я что-то пока понять не могу. Радиационный фон приходит в норму. Но это уже не страшно. Это я уже тут все сделал, что хотел. Ладно, что-то я второго ленивца не вижу. Может быть, вот так посмотреть. Животные. Дикие животные. Бумалопа. Фишер. Что животные просто кончаются. Ну да, они тупо вымирают. Из этого кончаются. Ладно, придут новые. У меня, в принципе, запас неплохой, по еде-то. Так что проблем с этим быть не должно. А, вот он. Вот, нашелся. Может, это не совсем тот, конечно, но нашелся. В любом случае. Так, ну мы ждем, пока терминатор унесет. Халява вообще. Халявная еда. Давай, утаскивай. Побыстрее. Сверху, конечно же, никого нет. Такс. И он побежал куда-то. А, он побежал достраивать, но мне надо в первую очередь перенести. Чего? Места нет, что ли? Да ладно. Да блин, ну ты издеваешься, что ли? Так, Ашан, ты давай пока туда иди. Все, можно переносить, место освободилось. Такс. Да, холодильник у меня уже просто всех трупов не вмещает. Их тут настолько много оказалось. Кошки еще эти пришли. Половина технологий есть. Сейчас придется тогда... блин, мне нужен бетон. Мне нужен бетоний для того, чтобы делать электростанции. И для того, чтобы делать... ну да, под электростанцией нужен будет бетоний. Так, крафт, чем занимаешься? Идешь спать. А тут я смотрю... так, а господина чем занимается? Материалов нет. Материалов нет, это плохо. Такс, чё б тебе выставить? Давай оленью шкуру, обычную кожу, шелозуба. Я не знаю, что там, медведь вон. Коза, шкуры кошачьих туда же. Такс, рубашку, полосатые брюки. Все, пускай идет делает. Да, ребята у нас все норовят психануть. Но это мне, в принципе, по барабану, пускай психуют. Билдер бухает тут. Слушай, заканчивай, я с бухлом уже. Пить не умеете, я не знаю. Ладно, мы пить умели. 11 предметов будут перенесены. Да, плохо то, что синтволокон-то нет. Поразбирать нечего. Но скоро, я думаю, ко мне начнут приходить плохие дяди. Кухонные варежки, это все надо переработать будет. По крайней мере, уже запас одежды хоть какой-то накопился. И это меня радует. Такс, Ашан, ты где у нас? Ага, ты выкапываешь. Ну, надо подождать. Такс, надо подождать, пока вся вода уйдет. Вода уйдет, вода уйдет. Сколько у меня еще блоков песчаника, интересно? Хотя, думаю, достаточно. Он к тому времени как раз успеет еще вот эти блоки тут построить. Блин, все оттаивает, игра опять лагать начинает потихоньку. Медкрафт, что делаешь? Иди-ка, пожалуйста, перерабатывай. То эти трупаки мне сейчас тут нервов истреплят, это капец. 117 осталось. Да, это ок.
Сейчас, в принципе, как раз еще два скачка небольших. Два скачка небольших до электростанции угольной. Потому что это тоже вещь такая важная. Так, вещь важная. Куда мне только это все ставить? Места вообще на базе просто нет. Но зато пускай технологии будут уже открыты хоть как-то. Так, он тут почти сжег всех. Билдер там, я смотрю, пробухался уже. Кстати, эти каверны можно разобрать. Все, у нас есть геология, можно ставить, в принципе, добывалку, но нужна электростанция вначале. Вот, электростанцию нужно исследовать. Электростанция исследуется у нас вот здесь, конвекционка вторая. Пускай делают. Да, я нифига не успеваю вот это перенести. Надо потом будет сделать на электричестве, чтобы у меня холодильник работал. Куда-то его тоже вынести. Ну, сейчас постараюсь эту территорию тут хапнуть. Все же, я надеюсь. Блоки песчаника у меня еще, в принципе, их достаточно тут. Да, нужно ждать, пока термос заделает. Это однозначно. Трупы жгут, одежда переодевается. И это тоже хорошо. Одежду доделают. Вот, кстати, синтволокон уже 6 штук. Возможно, кстати, получится накопить постепенно, перерабатывая одежду. Передники шерсти барана. Такс. Передник, скорость варки. Но мне это не надо, он говёный. Скорость резания. А вот этот передник нужно надеть. Такс. Кукмайнер психует немножко. Ладно, пускай. Этот передник разберут, а этот я напялю. Обычные ботинки. Ладно, продолжаем делать рубашки. Вот с шапками я не знаю, что сделать. Поснимать их, что ли? Мне так-то эти шапки не нужны особо. Что-то надо с ними придумать. Блин, что за фриза? Все оттаивает, игра начинает фризить, как обычно. Впрочем, ничего нового, да? Давай-ка ты сначала вот это разберешь. Каэрный, халявный гранит. Почему нет? Окей, здесь можно тогда терраформинг сразу назначить. Точнее, сбор ресурсов. Ага, тут не собирается почему-то. Тут у нас грязь. Блин, ну это печально, если тут грязь. Блин, и у нас атака. Да, вовремя, конечно, ты атака ко мне пришла. Ладно, атака это хорошо, конечно, но атакой я буду заниматься, наверное, уже в следующей серии, потому что сейчас тупо не успею. Вот так вот. Интрижка небольшая. Но я не думаю, что там какая-то сильная интрига будет. Давайте посмотрим, кто там пришел к нам. А, они еще ожидать сейчас будут. Но это вообще ни о чем. Пью. Термос их в рукопашную может всех развалить. Я подожду даже, пока они подойдут сюда, чтобы далеко за ними не таскаться. Трупы надо будет все переработать. Их можно даже вообще не отстреливать. Пускай на капканах дохнут сами. Но это уже будет в следующей серии. Эту серию я буду на этом заканчивать. Если было интересно, обязательно ставьте лайкосики, поддерживайте прохождение лайками. Давайте какие-то советы в комментариях, я потом оптом все это посмотрю. И оптом все применю, надеюсь. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.